рис прекрасно сочетается с нешлифованным бурым рисом, создавая гармоничную смесь вкуса и полезности. Дикий рис – особый вид риса с необычным внешним видом и вкусом, обладает высокой пищевой ценностью. Родина дикого риса – Северная Америка. Бурый нешлифованный рис славится специфическим вкусом и высокой питательностью зерен. В нем сохранен максимум витаминов и полезных веществ. Смесь понравится тем, кто ведет здоровый образ жизни и стремится сохранить молодость и стройность. Данная продукция может поставляться как под брендом Браволле, так и под маркой Ярмарка. Товары полностью идентичны и различаются только надписью на этикетке.